На 267-м километре трассы М-10 в Спировском районе области столкнулись грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом и «Лада Гранта». «Лада» по неустановленной пока причине выехала на встречку. Ее водитель погиб на месте. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Тверской области в областной столице обнаружен склад с контрафактным алкоголем. По данным оперативников, к незаконному обороту алкогольных напитков причастны двое ранее судимых жителей Твери 72 и 75 годов рождения. На складе изъяты электронные базы бухгалтерского учета, подтверждающие факты незаконной реализации, а также свыше 2000 бутылок поддельного спиртного известных зарубежных марок. По предварительным данным, общий ущерб, причиненный правообладателем, превысил 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области по подозрению сбытия наркотиков на территории Старицы задержаны двое жителей Ржева, 21 и 24 лет. В ходе личного досмотра у них обнаружено изъято свыше 30 свертков с веществом. По выводу экспертизы в свертках находился гашиш, N-метилофедрон и амфетамин. По данным оперативников, фигуранты, они получали наркотик оптовыми партиями, приехали в Старицу на такси и планировали распространять зелье через тайники-закладки. Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается полицейская акция «Отбой мошенникам». Послушайте очередной разговор с обманщиками, записанный на диктофон жителям Твери. Запомните характерные детали этого общения и помните, что мошенники под предлогом заботы и беспокойства о своем клиенте всегда настаивают на совершении денежных операций. Будьте бдительны. Здравствуйте. Я слушаю вас. Вас беспокоит отдел финансового мониторинга Сбербанка России. Меня зовут Евгения. В систему нашего банка поступил подозрительный запрос на перевод денежных средств вашего счета на имя получателя Калинин Павел Николаевич. Подтверждаете данный перевод? Перевод? Нет. Уточните, пожалуйста, карта нашего банка на сегодняшний день не утеряна, не украдена? Все на месте, вот она. На данный момент мне требуется вас идентифицировать в системе как клиента нашего банка для отмены списания, а также для установки дополнительной защиты по вашему счету. Озвучьте, пожалуйста, полный лицевой номер пластика, то есть 4 блока по 4 цифры. В системе банка буду фиксировать. Так, 54-84. Далее. 63-00. Далее. 10-23. Зафиксировала. 53-61. Я вас услышала. На данный момент проверяю информацию. Ждайте, пожалуйста, на линии. Трубку не кладите. Будь осторожен. С тобой общается аферист, а не сотрудник банка. Полиция верхней ложи предупреждает. Сотрудник банка не станет запрашивать по телефону конфиденциальную информацию. Никогда и никому не называйте реквизиты своей банковской карты, защитный код с ее обратной стороны и поступающие на телефон пароли. Или звони сам на горячую линию банка и убедись, что твои средства в безопасности.